Привет. Так, для начала покажу тебе. Вот мы, например, вставили таблицу из Word, из Excel. Выделяем ее, нажимаем на крестик, идем в макет, преобразовать в текст. Значок табуляции другой, ставим пробел. Нажимаем ОК, получаем вот такой вот текст. Теперь по поводу замены. Вот Саша тебе написал уже, но там есть проблемка. То есть для того варианта, который у тебя, 13 это замена R, 32 это пробел. А Y буквы, это, по-моему, жадность, это до конца слова. В чем минус? Во-первых, если мы сейчас нажмем подстановочный, то есть для того, чтобы мы поставили параметры, нажимаем больше, нажимаем подстановочные знаки, нажимаем найти, ничего не получаем. Почему не получаем? Потому что у нас нету пробела перед словом впереди. Убираем, и вот мы получаем наши слова. И тут же натыкаемся на проблему. Перескакивает слова там, где есть буква R, там, где есть буква S, то есть диакритика, которую он не знает. Как ее добавлять? Ее добавляем прямо в начало или в конец нашего регулярного выражения. То есть, скорее всего, еще будет море всяких. Проверяем. R определяется. Определяется, N не определяется и T. То есть для таких выражений должен быть полный список всех точечек, буквочек и всего остального. Теперь по поводу того, на что заменяем. Заменить можно на слово, а можно на то, что есть в формате. То есть вот тут мы можем выбрать шрифт, абзац, табуляцию и так далее, стили. Но для начала нам надо вот это удалить. Если у нас тут что-то есть, мы устанавливаем курсор на заменить и нажимаем снять форматирование. Теперь ты хочешь, например, поставить шрифт ему. Нажимаем формат шрифт, применяем шрифт курсивный, 10 и, например, зеленый цвет. Окей. Вот он написал шрифт обозначенный такой, 10 pt, курсив, цвет такой. Если хочешь еще стиль применить, то еще нажимаем стиль, и он добавил там стиль, вот стиль появился. Нажимаем заменить все. И вот мы получаем сразу слова, где еще он что-то там, какие-то там, а, это m с точкой,